Всем привет! Сегодня показываю свой заказ Avon по каталогу номер 3 третьей недели. Он самый большой, самый интересный. Первое, что покажу, как обычно, это гель для душа. Было заказано 3 штучки вот таких вот гелей серии Sensons, волшебной тропики. Так, 3 штуки. Они были по хорошему предложению при покупке 3 средств как раз. Гель для душа антистресс. Гель для душа тоже Sensons моменты безмятежности. Далее по гелям для душа с вкусных коллекций начнем. Это вот такая вот новая версия Avon Naturals. Нежный миндаль и ландыш. Это лосьон для тела. Гель для душа. Я уже в предыдущем видео говорила, что вот у геля для душа какой-то грязноватый цвет по сравнению с лосьончиком. И спрей для тела. Также такой же наборчик из серии Avon Naturals. Это пленительная орхидея голубика. Лосьон для тела. Гель для душа. И спрей для тела. Помещается. Только подвинусь, чтобы все вместить. Так, еще у меня из серии Avon Naturals троечка. Это соблазнительные маракуйя и пион. Также в набор входит лосьон, гель для душа и спрей для тела. Вот, думаю, все это на подарки куплено. Из этой же серии, но уже не в наборах. Просто отдельно идет гель для душа, соблазнительная маракуйя и пион. Перед ним поставлю. Так, также крем-гель для душа. Так, ни слова на русском. Здесь гранат, йогуртовый гель для душа, гранат. Не помню, по-моему, с черничкой. И также спрей для тела гранат сочная манго. Это я уже себе заказала, потому что у меня такой гель для душа есть. Хочется, чтобы был комплект. И обязательно я себе заказала новинки. Это чувственный жасмин спрей для тела. Наступает весна. Всем уже хочется легких цветочных ароматов и нежные магнолии. Они были в хорошем предложении, на них было в фокусе. За 59 рублей, что ли, за 89, не помню. Так, из этой же серии Naturals маска увлажнения цвета. Это я решила попробовать сама, хоть у меня не крашеные волосы, но просто нужно потестить, чтобы знать, что это такое, что это за зверь. Так. Сияние Востока. 3 наборчика у меня было заказано. Стоил он 300 рублей, набор без рубля. В набор входило очищающее средство для лица. 3 штучки. Так. Маска для лица из этой же серии. Тоже 3 штучки. Так, маска. Где у меня потерялась третья маска? Вот. И из этой же серии скраб лица «Сияние Востока». Давай подсвечивать чуть-чуть. Маска здесь идет, маска-пленка в этой серии. Так. Так, «Планета Спа» также заказывала охлаждающую маску для лица. Как, очень хорошее было на них предложение. 119 рублей все спашные масочки. Поэтому я их всегда заказываю в запасик. Вулкана Исландии. Если та охлаждающая, то это уже разогревающая маска. И из Планеты Спа у меня было заказано 2 набора. Это как бы опять какое-то недоразумение очередное. В набор входили. Набор стоил 300 рублей. Для представителей была шикарная скидка на него 40%. Это ночной увлажняющий гель для лица входил в набор. Так,
две штуки ставлю, потому что два набора у меня было заказано. Входила туда маска для волос шикарная, всеми любимая. Также мне ее прислали, слава богу, две штуки. И в этот набор входила еще маска-пленка для лица. Мне почему-то прислали ее одну штуку. И в накладной не числится, что... в общем, она не числится, как будто она и не пришла, и не пришла. В общем, она у меня зависла в воздухе. Клиентке отдам, у меня есть полный такой комплект, отдам клиентке. А третьим средством в этом наборе была маска-гель для кожи вокруг глаз. У меня стоит пятерочка, то есть допоставит. А вот с этим делом даже не знаю, как быть. Потом вот такой набор был тоже по хорошей скидке. Это средство для снятия макияжа и тушь. Биг, по-моему, эффект накладных. Да, эффект накладных ресниц. У меня уже одна любительница тушей попробовала. Она всегда берет разные. И вот она сравнила эту тушь Супер Шок. Говорит, что обе хорошие, у обоих есть недостатки. Что к обеим нужно тушам как-то подпривыкнуть. Немножко я вот так вот камеру отведу, потому что... Ой, пробники у нас попадаются. Не все вам видно. Также из спа... серии райское увлажнение, маска для волос с маслом оливы было заказано. И второе средство в этом наборе был лосьон для волос. Он вот такой крохотулечный, 60 миллилитров в нем. Так, из средств, а вот еще спашная масочка у меня очищающая с минералами Мертвого моря. Очень люблю именно вот эту маску, шикарно очищает. Так, мусс для интимной гигиены по хорошей стоимости был также. Табор все ставить. Ну, буду уже закрывать. Также для интимной гигиены у меня заказали соком алоэ и экстрактом ромашки. Две штучки таких. Приятный аромат у них. Ну, такой ненавязчивый. Две штучки. Плюс одна штучка — это кремообразное средство для интимной гигиены, но не парфюмированное. 300 миллилитров в них во всех. Так, также из серии Avon Care. Это у нас очищающее средство для лица. Из Avon Care крем для рук «Молодость Актив». Из Avon Care вроде все. Так, спрейчики для волос. Бальзам-спрей для волос «Крапива и лопух». Как-то мне попадался в пятерочке в наборе такой шампунь. И я решила докупить к нему по хорошей цене спрейчик. И бальзам-спрей «Абсолютная сила». Это абрикос и масло ши. Многим эти спрейчики нравятся. Поэтому я вот себе... у меня шампуньки такие в запасиках стоят. Я решила к шампунькам дозаказать. Так, смягчающий крем для ног. Заказан, вот уже не помню даже, кто заказал. Вот это даже не помню. У меня сейчас такой крем для ног в использовании. Мне очень нравится этот крем. Чисто для дневного увлажнения. То есть не под носочки, а он очень быстро впитывается. Можно даже им воспользоваться прямо перед работой. Перед уходом, то есть он не испачкает одежду, быстро впитается. Было заказано также два набора. Один заказала моя клиентка, один я себе заказала. В набор входил тонизирующий скраб для глубокой очистки кожи. Вот этот. И к нему должна быть черная маска. Но черной маски не оказалось на складе, поэтому черную маску будем ждать. Дальше у нас пошла декоративка. Заказали, к сожалению, не смогу вам открыть, потому что все не мое. Заказали топ для ногтей, топ и два лака для ногтей. Ну, смысл показывать их название. Very Berry у меня есть у самой, как-то я вам показывала. Это какой-то нюдовый. Заказали клиенты, поэтому даже открывать не буду. А, вот еще один, три, оказывается, заказали.
Три лака. Новая клиентка, поэтому даже открывать упаковку не буду. Губная помада люкс. Всегда губные помады люкс есть в заказах, особенно когда на них хорошая скидка. Затем BB-крем все в одном, это Color Trend серия. Если честно, я не пробовала, но обязательно у меня как-нибудь дойдут до этого руки. Для себя я заказала основу по тени. Вот основу по тени сейчас вам покажу. Она в одном оттенке, поэтому смысл запоминать оттенок не особо смысла. Она вот в такой маленькой баночке. Объем здесь... Сейчас, если найду объемчик, 12, что ли, не могу найти. Объем 12, по-моему. Да. И вот так вот она выглядит, как пироженка такая. У меня была такая основа, и потом, когда после родов, я отдала подруге, потому что как бы думала, что мало буду куда краситься, но, как выяснилось, без нее мне тоже проблемно. Заказываю повторно. Так, пробнички, это которые шли с каталогами, с очередными. Затем губная помада Леди Forever Pink. Но тоже это не моя помада, поэтому я только покажу, что она вот пришла. Потом, затем был такой наборчик. Это вот такие вот румяна-шарики. И к румяным шарикам, кстати, вот румяна-шарики открою, потому что румяна-шарики заказала моя подруга. Она заказала персиковый оттенок. Все вот бронзовые такой заказывали, она персиковый. Но, посмотрите, он не сильно отличается. Кому интересно, сниму видео, у меня у самой бронзовый оттенок. Вот тут видите только вот персиковые вкрапления в этот бронзовый. То есть, я думаю, большой разницы, там такой кардинальный, не будет при использовании. Вот, если вам интересно прям сравнить их, то мы сравним, потому что живет она у меня в соседнем доме, у нас всегда есть возможность. Ну, из таких... и к ней шла вот такая кисточка. Но кисточку я ее открывать не буду, потому что у нее отдельно. Я свою покажу. Свою я открыла, не утерпела. Кисточка для румян. Очень мне понравилась. Она не очень плотно набитая. Она так... Ну и не слабо. Средней такой набитости, можно сказать. Приятная на ощупь и очень удобная ручка. Мне понравилась ручка. Это для румян. Потом, кому интересно, засниму другие кисти. И лучше, наверное, сделаю обзор уже на использование. Все кисти у меня вот есть. Просто сейчас не могу открыть. Тут не один набор у меня пришел. И все они вот в индивидуальной упаковке. У меня тут и клиентам. Я боюсь как бы там клиентскую случайно не открыть. Это все нужно разбирать. Потому что, как я уже говорила, заказ теперь приходит очень проблемно. В том плане, что я одну коробку получила вчера, а еще две только сегодня. И... Еще даже вот разобрать не успела. Сейчас разоберу заказы, разложу девочкам. Я вас чуть-чуть так наклоню. Я хочу вам показать, какой шикарный приходит чехол. Кто сомневается, заказывать или нет. Я вообще думала, что он будет текстильный. Но так как было предложение за 1500 всю коллекцию кистей заказать, думаю, ну пусть с чехлом идет. Каково же было мое удивление. Вот не знаю, передаст ли камера. В общем, он такой... Плотный дермантин, приятный, мягкий, очень приятный на ощупь. Мне очень понравился вот с такими завязками. Так вот он выглядит внутри. Такой аромат у него, ну, не противный, как прям даже как будто кожей. Ну, он, конечно, я думаю, не кожаный. Вот, в общем, так вот пока закручу. В общем, мне очень понравился чехол. Вот так чуть-чуть видно. Очень приятный, такой качественный, солидно выглядит. Так с собой взять дорогу очень даже хорошо. Так, ну естественно, у меня кончились с праздниками все пакетики. Я всегда заказываю для своих клиентов такие пакетики. Это не из интересного, да, и всех размеров их беру. Они у нас бывают большие, маленькие, средние. Но самое интересное, это то, что я заказала себе платье. В таком пакете оно приходит. Сейчас я так отъеду. Я себе заказала размер 44-46. Сейчас я его прям при вас открою.
Здесь оно просто так, пакет на липучке. Извиняюсь, что я шуршу, но по-другому никак. Так. Я прям сама боюсь. Так, тут оно еще такое переложено вот такой вот бумажечкой предохраняющей. Слушайте, наверное, но будет не великовато. Может быть, как раз. В общем, показываю сначала так. Качество. Мне очень понравилось, что сзади вот такая вот канва, чтобы не растягивалось горло. Такое достаточно широкенькое. Но я хотела, чтобы было у меня свободненько. Трикотаж. 98% хлопка, по-моему, в нем. Вот такие вот кармашки. Сейчас я быстренько разберу заказы всем клиентам, потому что у меня многие придут сейчас, несмотря на то, что время уже как бы вечер. Все будут забирать сейчас. Потом я обязательно его надену и вам покажу. Вот такой вот был у меня заказ номер 3 по компании номер 3, опять же. Вот, на этой неделе уже отправляю номер 4. Я с вами не прощаюсь, потому что обязательно запишу себя в платье. В общем, вот так выглядит на мне платье 44-46. Спасибо Вике из Симферополя, которая мне сказала, что платье это в груди, если заказывать на размер меньше, в груди будет меньше, а здесь очень широко. Единственное, что я его, конечно, вот так вот отрежу. И вот так будет гораздо лучше. Вот, я хотела чуть-чуть свободно, потому что летом гулять с ребенком. В общем, на 4,46, вот объем бедер у меня 94, вот как раз там 44, 4 есть. Вот так оно выглядит. Карманы очень глубокие, вот до конца карманов я его и отрежу, чтобы карманы поместились и все. В общем, я довольна качеством, довольна размером. Если у кого-то есть вопросы по замерам, по размерам, я всем отвечу. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока!